think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы на этом же аккаунте. Сегодня будем дальше трешевать аккаунт Андрюхи, АС сервер, гильдия Асгард. Кидайте заявочки, вступайте, пишите Серёге. Телегу гильдия очень активная. Всегда участвует во всех гильдийских локациях, поэтому кто играет на АСе с донатом, welcome. Нужны активные игроки, а у нас продолжается трэш. По питомцам, конечно, жесть. Так, что у нас сегодня? Сегодня мы будем с вами ролить карточки. И нам надо прокачать еще одну судьбу. 1500 карт. Жесть. Но было 1600. Осталось, я там немножко поролил. Было время подокачиваю героев. Как видите, силушка упала. Я сейчас открыл медузку. Нам надо одну локацию прокачать судьбу для того, чтобы перейти на следующий этап и, соответственно, получить там в районе 400-500 силы. Ну, вы скажете, блин, ради этого столько надо. Да, когда ты качаешь аккаунт в топ, все ресурсы идут в расход. А и, в принципе, особо у нас качать-то нечего. Вот такая вот у нас медузка. Я уже прокачал там 10-й талант, но это, в принципе, потом посмотрел. Это все равно не влияет, потому что здесь надо только судьбой. Посмотрел у себя на аккаунте. Тут только вариант 7-й чарки. По-другому никак эту локацию не переведешь на следующий этап. Поэтому поехали. Будем пробовать вытащить две пятерочки. Ну, еще паролим на других героях, потому что тут реально дофига пятерок можно наролить. Ну, я вам скажу так, я сегодня отлично жизнь. Я сегодня бегал на аккаунте, паролил, мне здесь упало, ну, фактически с... сколько там, 70 карт, упало 2 уклона пятых. Правда, на одержимом мы их словили, но сама суть, что здесь на этом аккаунте намного круче, намного больше. Я не знаю, возможно, это на АЭСе так созвездия сыпятся, нежели у нас на Android сервере. Я не знаю, с чем это связано, но здесь очень много по 2 пятых уклона. У меня, по крайней мере, на аккаунте такого нет. Хоть и карт тоже немало переролил уже на героях, подокачивал седьмые чары, но это реально печаль. А здесь, блин, дофига всего, реально кайфовый аккаунт будет. Я надеюсь, он доживет до топ-1. Он должен дожить до топ-1. Единственное, что говорю, есть нюансы с питомцами, надеюсь, это поправят скоро. Как, так же, как у нас скины на английском сервере, можно будет без проблем докачать все на максималку. Потому что здесь все, что осталось, это только чисто созвездия и питомцы. Ну, еще некоторые там скины. Ну, я думаю, постараюсь до завтра его сделать, вывести на топ-2. Видите, как хорошо падало и перестало падать. Отлично. Ну, теперь самое эпичное, самое дорогое. От этого никуда не денешься. Без этого мы не сможем поднять судьбу. Вот этих именно 50 очей. Это надо на двоих героях, чтобы у нас было... Ой, четверка. Седьмая чарка, потому что там именно все впритык в этой судьбе. Блять, ну какая атака? Ну вы что, прикалываетесь? Издевается. Дофигища, кстати, дофигища ушло просто камней. И я потом посидел, видос вы увидели. Блять, шестая. Сука.
Видос, думаю, многие увидели. X55. На этом видосе я бы, даже если был бы пустой этот, я бы не забрал, потому что у нас лимит 49 999. Соответственно, я ту пачку камней, которые идут после там, X50, не могу забрать. То есть единственный вариант — это чтобы нам просто тупо, ну давайте жизнь, что за прикол, блять, чтобы нам тупо возвращали пакетами. Ну, в принципе, он говорил, что здесь это так и делается, потому что по-другому ты никак не вместишь эти камни. Мне тоже надо было, кстати, на своем писать, чтобы возвращали пакетами. У меня тоже дохренище камней попропадало. Блин, ну это писец. Ну четвертое, ну что не пятое? Ну вы что, угораете там, что ли? Блин, долбанное одно созвездие, и за него столько... Блять, жесть. Просрём все самоцветы на одну хрень. Но без нее ты не поднимешься силу, соответственно, в топе, блин. Наконец-таки. Вот показываю, ради чего я так только что делал. У нас есть судьба, вот. Что, блядь? Вы что, угораете, что ли? Девять пятьсот. Медуза. А, блин, надо ее докачать. Я уже думаю, блядь, что за херня? Испугали. Мне надо теперь ее нам прокачать на максималку, чтобы засчитала полностью весь бонус. Я так у себя, по крайней мере, все качал. И то я только так. То есть оно не засчитает, пока вы героя не прокачаете еще. Ну, короче, вы поняли. У каждого свои заморочки. Без доната как получить самоцвет, и у доната как прокачать судьбу. Много маны осталось. Сейчас нам надо будет прорыв прокачать, точнее просвет. Прорыв качать нам не надо, потому что медузу, в принципе, мы тоже сольем, она нафиг не нужна, ну, по крайней мере, пока что она была слита, но мне пришлось слить Ронина и поставить ее. По-другому бы я не прокачал с этих 50. Такс. Уже засчитали. Еще не засчитали. Видите, надо на полностью на максимум все прокачивать. Кстати, у себя тоже медузку качнул. Так. Немножко эти пакеты открыл. Может, тут что-то ненужное можно за ману продать, чтобы перелимит уходит. У него вроде нету такого прям. За кристаллики. За КГшки. Поехали в рейды. Добрые любимые рейды. Так, это у нас укротителя ушатали.
Нам еще, кстати, предстоит обычным героям некоторым подокачивать. У него очень много, ну, скажем так, разрыв тоже очень большой за счет некоторых героев из-за того, что у них недокачаны созвездия. То есть там тоже порядка пару тысяч еще тоже не хватает. Такс. Так что я... надо заполнить полностью все. Ну, кстати, спасение маловато. Маловато спасения будет. Так, сейчас вместо укротителя поставим кого-то нормального героя, например, Феникса. Мы так будем русский год фармить. Ну как отлично с Фениксом. Просто кайф. Фармить ману. Я просто вспомнил, как я на бездонате фармил. Это жесть. Знаете, здесь свои заморочки. Я привык у себя, у меня там 20 тысяч пакетов. А я себе закинул. Открыл все, что надо. Тут так не получится. Так, отлично. Ну, все равно быстро. А, кстати, у нас карты есть. Точно. Мы можем же отсюда фармить. Кстати, у него еще АК-волна не пройдена. Мы должны были до этого добраться. Момента. 332 карты у нас есть. Надо будет зафармить этот момент тоже. А то как-то не солидно, АК волна не пройдена. Тем более с такими-то героями, прокачками, это уже давным-давно должно было быть сделано. Но на все времени не хватает. Так. Добиваем. Соответственно, видите, у нас 308, то есть мы максимальный лимит, ну, практически максимальный вытащили с этой локации. Соответственно, мы можем зайти сюда и подулучшать. Еще некоторые герои. Немного, конечно, но все равно это прибавка к силе нужная. Так, отлично. Практически все. Там есть еще некоторые локации, в которых можно добавить, но там по 20 сливать херовую тучу самоцветов тоже не хотелось бы. Такс. Поехали дальше. Поехали. Я потом Ронина перекачаю. У нас есть еще герои, у которых... есть судьба. Ну, видите, здесь семерок у него очень мало. То есть сейчас самое основное будет это самоцветы. Для роллинга созвездий реально ролить надо будет дофигища. В принципе, у меня на основном аккаунте миллионы ушли на это. Для прокачки. Так, тут семерки, все. Так, можно здесь начать. На хладном. О, отлично, смотрите. Вообще огонь. Добавили. Тут у него есть некоторые, некоторых четверки, пятерки. Обычные надо еще созвездие паролить. Этого мы дойдем попозже. Сейчас нам основное. Так,
Это кто у нас? Королева Ос. Повытаскивать здесь по максимуму. То есть сейчас нам надо пятый уклон словить. А лучше всего даже две пятерки. Блин, две пятерки выпало. Как накаркал. Ставим. Эфир на атаку. Скажете, нахрена? Ну, по-другому реально в топ не выйдешь. Приходится сливать, перекачивать. Так, это кто у нас? Роза, 2 крит сопротивления. Не, будем ловить все-таки уклонение. Давайте пятый уклон. Считайте, полностью 15 скиллы прокачались у него, ну, фактически за одну акцию, за один, блин, жизнь. Не будем. Хорошо падают, кстати, пятерки. Прокачались 5-4, не то. За одну настолку я тоже у себя так качал 14 скиллы, ну, в принципе, думаю, может и 15, задумываюсь тоже над тем, чтобы тоже сделать. Так, поехали дальше. Ну, я жду больше одного следующего, чтобы знать, что делать с битвой замков. Так, тут что у нас? Точность. Точный бугич. Попробуем точно с чем-то словить еще. Хочу постараться его до утра вывести. Так, на топ. Топ 2. Огник вообще топовый. Надо будет тоже сделать обзорчик. Атака четвертая. Тут, конечно, уклон и точность было бы неплохо словить. Я попробую. Две атаки. Блин. Ладно, не хочу. Я хочу попробовать. Ну, видите, пятерки, по две пятерки реально сыпят. Кто не говори, а сыпят довольно-таки неплохо. И опять две. Да ну нафиг. На атаку, конечно, можно собрать, но это такое для нее. У нее дамага и так с головой хватает. Куда еще больше. Так, отлично. Крит удар. Так, поехали дальше. Так, Фрэнк, точность. Кстати, можно тоже на Фрэнку. На Фрэнка, ой-ой-ой, вышел случайно. Забежать на Фрэнка, тоже поднять можно немножко. Ну что так хреново падает? Смотрите, двойка, тройка. Пиздец. Они издеваются. Ну хоть четверка. Так. Надо точность, пятерка. Еще какая-то пятерочка. Уклон. Немножко не то. Ну давай, рандомчик. Жизнь, атака.
Фигня. Атака, уклон. Атака, крит. Блин, ну просто пипец какой-то. Чуть-чуть не хватает. Два уклонения четвертых. Издевается, блядь. Точность, точность. 4-5. Да ну блин, вот точность реально хуже всего, блин, падает, мне кажется. Я ролил ему Рибита, тоже запарился. О, наконец-то. Точность крит. Так, ворожей нормально. Пятерки нормально. Я сейчас ему хочу 7-8 доролить. Потом буду уже смотреть, что по героям можно менять. Так, это кто у нас? Это у нас Мега Ронин, кстати, тоже можно взять. Посмотреть. Так, Анубис. Надо уклонным словить. Плюс пятерку. Попробуем повыжимать по максимуму созвездий, потом уже будем переролливать возможности обычные. Ну, это более длительный процесс. Обычные созвездия. Там реально столько заморочек. 200-300 тысяч может уйти на одного героя. Так, уклон. Так, отлично. Так, опять точность. Две жизни, малышник. Малышунику. Не обязательно. Не обязательно, точность. Почти. Отлично. Точность крит урон. Отлично. Поехали дальше. Так, тут без разницы. Тут можно просто две пятерки наролить. Любых. Поднять немножко тоже силу. Вот так вот с каждого героя, ребят, по 15, по 20. В итоге там 1000-2 поднимается. Так, отлично. Поехали дальше. Смотрим. Потом будем дальше перероливать. Можно ловить на каждом пятерке. Так, это кто у нас? Это Вольт. На Вольте нам нужен уклон. Хорошо, знаете, что еще, что не надо обязательно, чтобы был у тебя герой. Ну, то есть ты его можешь раз открыть, у тебя доступ будет через эту менюшку, чтобы паролить. Так, два крит удара. О, блин, неохота перероливать его на крит удар. Сейчас лучше, наверное, словить просто уклонение с чем-то. Самики поберечь, потому что надо будет обычное изначально переролить. А, уклон. Ну сейчас хоть плюс то, что карты, если помните, раньше они вообще там бешеных денег стоили изначально. Сейчас вот можно с помощью таких акций нормально поднять. Закинулся раз и в итоге получил. Да что это такое-то, а? Получил нормальные итемы для прокачки, сидишь и качаешь, пока глаза не вылезут. Опять, ну. Это издевательство просто. Дайте пятое уклонение с пятеркой. Либо два пятых уклона тоже неплохо было бы. Хотя это такой герой, на которого не обязательно. Смотрите, как пятерки падают.
Ну неохота ж, блин, перероливать сейчас под вас полностью все. Издеваются, короче. Крит сопротивление нафиг не надо. Жесть. Это просто жесть. Что за фигня? Смотрите, сколько мы уже ролим, и мы не можем вытащить нормальных две. О, наконец-таки. Так, есть, поехали дальше. Это мы сделали. Так, пятерки. 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 Так, ну вроде пятерочки, вроде все нормально. Вроде все отлично. Теперь надо будет по две пятерки искать и прокачивать шестые. Для начала. Все. Ну, сделали. В итоге немножко подняли силушку. Надеюсь, нам надо для топа. Топа 2. 8200. Набрать 98200. А для топ 3. 7200. Ну, топ 3, я думаю, мы обскакаем. Для топ 2 надо будет еще позаморачиваться. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.